Всем привет! Спокойствие и только спокойствие, как говорил Карлсон. Да, бой на арте реплей прислал один из подписчиков по имени Серега. Блять, есть, конечно, бои неординарные, и которые связаны с артой. Блять, этот бой, конечно, это пиздец. Тут особо вообще заострить внимание попрошу вот на ТТ. И, блять, все те, кто ездят на ТТ, СТ, блять, ЛТ, хуете, блять, просто, блять, вот. Ну, блядь, не надо так делать. Вот не надо. Блять, на этой огненной, значит, карте, которая она тут была, блять, как-то не помню. Сейчас она называется как-то Огненная дуга. Потом еще как-то она тут, блядь, называлась, не помню как. Вот, не суть. Тут, значит, что смотрим. Так, вот это уже признак того, что так, доебаться. Это называется УСТ, ТТ, ЛТ, это называется доебаться. Ну это. Когда по вам арта чик, заострила внимание, и хуячит, и хуячит. Ну, Першу в этом плане не повезло, да. Тут. Ну, а что делать, блядь? Не всем, блядь, сладко-гладко. Что по поводу у нас, блядь, тяжи, то, что я говорил, ТТ, СТ, блядь, хуеты. Вот это вот, блядь, я вообще не понимаю, вот на огненной дуге, вот что вот это за постоянное, блядь, сейчас стоялово. Постоянное стоялово, вот это, блядь. Это пиздец, сейчас просто нереально вообще играть, блядь, когда просто, блядь, переходишь на эту, как только попадаешь на эту карту, все. Аллея просто, блядь, стоит, как вкопанная, блядь, там стоят все, нахуй. Как с одной стороны причем, так и с другой стороны. Оп, так. Перш, блядь, ну-ка. Ту-т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 у. Перш что-то учуял, он уже пошел ближе. На запах. Так. Оп, да ну нахуй. Да куда ж ты, пацанчик, блядь, куда ты? Едь ты нахуй в пизду куда-нибудь, спрячься на базу. Какое? Ну, работает арта, все, это пиздец. О, и еще ему просто в масло, блядь. Ну, Перш, в общем, поиграл нихуёво в этом бою, я так понимаю. Что у нас происходит на карте, блядь, что у нас происходит? У нас Т-34, оба, блядь, оба стоят, нахуй, и Суха 6 тоже стоит, блядь. 69-ка, которая, блядь, барабанная, стоит. Вообще на ЖД, бля, рядом, нахуй, с респом. Это пиздец, нахуй, это просто пиздец. Как можно так играть, я не понимаю. Нахуй тогда такие танки качать, нахуй их вообще покупать тогда. Тогда можно, в принципе, блядь, купить ту же арту или ПТ, нахуй. Просто, нахуй, весь бой стоять в кустах. Всем, всем вообще играть, нахуй. Вот это вот называется доебаться. Вот. В данном случае Серега, конечно, ну просто, да, доебался до Перша, пиздец. Першу, конечно, не повезло, но а хули делать? А хули делать? Значит, в чате там переписка, значит, ПТ-хи там гнобят, нахуй, ТТ-шек, блядь, что, ну, типа, вы заебали, уроды, нахуй. Лучше бы, говорит, и покупали, нахуй, ПТ, если стоите на аллее. Потому что, блядь, все, либо на разработчикам, либо менять эту карту, либо что-то делать, что-то предпринимать, потому что, ну, хуй его знает, что, как тут дальше играть, блядь. Тут все стоят, причем всегда, как только выходишь в бой, все, здесь пиздец. Опа, МХ, едь, да ну нахуй, нахуй. На, нахуй, сука, нихуя, да. Вообще взрыв был просто, пиздец, 3D. Это IMAX 3D взрыв, блин. IMAX 3D. Это пиздец, а в кинотеатрах показывают. Так, ФВ что-то такая, тю-тю-тю-тю-тю-тю-тю-тю. ФВ такой тряпочный, ездит, что-то думает, сейчас я, блядь, тут что-нибудь надумаю, нахуй. Весь, блядь, такой, что-то, блядь, что-то, нахуй, такой, хопа, у него какая-то тактика своя, дулом ворочает, а Т-34 ему там тоже сзади подсказывает, нахуй. Мол, сейчас мы тут, подожди. Сейчас мы тут придумаем, блядь, теорию заговора, нахуй. Аллея продолжает стоять. То есть, блядь, аллея так и стоит, нахуй. Прошло 4 минуты боя, блядь, аллея стоит, нахуй. Плотно, блядь, причем плотно, нахуй. И ТТ, нахуй, все причем ТТ, блядь, почти, нахуй. Та-та-та-та-та-та-та-та-та. На, блядь, нихуя себе, вот это еще тоже был, блядь. Этот, как вот, типа салют. Салют это такой нихуёвый был, праздничный. И опять приходим к нашему же Першу. Ай, сука, ну пиздец, ой. Слезы наворачиваются на глазах. Бедный Перш. Он же думает, как он такой? Он жопу рвет вытянуть, блядь, Тиму, нахуй, каким-то хуем. Ну, не знает, каким. Так, Т-30 тоже чего-то, блядь, тут надумал. Хотя хуй его знает. Он думал, что его, блядь, тут трава прикрывает. А нихуя, нихуя. Оказывается, кусты не такие, блядь, большие и широкие, как у него жопа. А что делать, блядь? Опс! Опс! В масло! Опять как в масло ушел снаряд. Нормально. Я Перш опять что-то, блядь, ну ему вот не везет пацану, пацанчик что-то все пытается, блядь, я, ща, он тут, вдруг я сейчас, блядь, как ворвусь, вдруг я там сейчас как всех распуярю, блядь, и пиздец. А ничего не получается, блядь, у него, ничего как-то, и у него и камуфляж его не защищает, и трава нихуя, и растительность не это, нихуя, вот исчезнет буквально на секунду, оп, и не появляется, оп, вон нахуй, вот шапка-невидимка какая, оп. А Серега думает, дай-ка я так, блядь, наобум. Хлоп, ну-ка. Ба-ба, блядь, это как я называю удар в пол, блядь, удар в землю, блядь. Все, осколками снесу, пацана взрывной волной просто отнесло, нахуй.
Вот так вот, вот такие вот бывают навороты. Переходим уже, тут уже, блядь, все, тут горы уже разорвали, хуям собачьим, наших уже всех выебли. А не только наших, тут уже и те уже все тут пизды получают один за другим. Тум-тум-тум-тум-тум-тум-тум-тум. Аллея продолжает плотно стоять. Замечаю еще раз, аллея стоит плотно, блядь, вообще пиздец. То есть им вообще похуй. Похуй, что творится вообще на карте, блядь, что творится вообще, блядь, на игровом, блядь, поприще, блядь. Им просто похуй вообще, просто до пизды. Как так, блядь, играть, я хуй его знаю, блядь. Ёбаный в рот, блядь. Пол боя уже прошло, половина боя. А эти пидорасы, блядь, так и стоят. Вот они все, блядь, все. Т-34, блядь, один, второй, ИС-6, все стоят. Практически все фуловые, кроме одной 34-ки, блядь. Как, блядь, как, сука, вы играете, ёбаный в рот. Хотелось бы у них спросить. Ну, такой, блядь, крик нахуй. Не этот, блядь, как он называется, зов, блядь, зов джунглей, нахуй. Арта продолжает, блядь, уже как-то, ну, что-то как-то что-то тащить, не тащить. А хули этих, нихуя, приходится как-то по засвету, да, ебашить, начали как-то спасать положение. Ну, а со стороны базы, конечно, уже подъезжают, блядь, тут все нахуй, сета, хуета, там, блядь, там все, пацанчики уже подъехали, неформалы, там, блядь, рокеры такие, блядь, хуя, этот разогнался, ну, блядь, нет, ну, думал, танк вообще у него не эбистический, а, нихуя. Там уже, блядь, блоха орёт, блядь, я же, да вы, сука, пидорасы, нахуй. Ну, а хули делать, а им похуй просто, им просто похуй, тяжем. Так, на данный момент уже, ФВ, кстати, это та, которую я продал. Вот это, бля, у меня была вот эта ФВ, я шел до нее, шел. Опа, нихуя, комета разогналась. Комета разогналась просто как, блядь, как комета. И пиздец, и встала на базе, блядь. О, Серега ее так, о, блядь, покарал вот так, блядь. И на гусы, и переебал. Ну, в общем, как только может защищает базу, пиздец. И это, блядь, и это человек, играющий на арте. Как только может так, блядь, и все, все силы положил. Артов съем. Лёва, стой! Мимо, блядь, пиздец. Так. Отъезжаем. Блоха пишет 3-4, ты, сука, вообще еблан, как на таком танке можно в кустах дрочить, сука? С порванным аналом. То есть, блоха, то есть, там вообще жестко уже, блядь. Сука, бомбит у неё. А как тут не бомбить? Как, блядь? Как, если они, суки, стоят, они еще и сливаются. Они стоят тут в кустах на аллее, они еще и сливаются. То есть их еще и ебут. Каким-то хуем. Ну, каким, понятно, хорошим, здоровенным хуем, блядь. По башке. Бам! Все, 3-4 одна уже ушла. Брать новый танк в ангар. Так, опа, Лёва. А мы еще не свелись. Лёва уже переходит границу. Он перешел уже все границы, блядь, дозволенного. Лёва, стой, Лёва, нахуй. На, нахуй, блядь, лев, блядь, собака, кошка драная. Лев ушел в ангар тоже, за новым танком. И что мы видим? Остается, значит, вафля на их стороне. Вафля, две арты и Т-30. А у нас только сушка и арта. Про Т-34 я вообще нахуй молчу. Вообще пиздец. Вообще этих гандонов я бы, наверное, блядь, на Сереге месте просто нахуй шотнул бы его уже нахуй. Потому что толку никакого. Весь бой. То есть, блядь, сейчас уже 5 минут нахуй до конца боя. И эти пидорасы просто простояли весь бой 10 минут. 10 минут. Они простояли здесь, на аллее, рядом, блядь, в кустах нахуй. Это пиздец. Это пиздец. И сейчас на огненной дуге очень часто такая хуета. Так, Т-30 уже, блядь, у них тут тоже все-таки решился. А идти танковать. На нахуй, тут просто, блядь, чуть ли не пулеметной очередью там. Болванками такими засыпали, нахуй, человек. А все-таки, а Т-34 все-таки попал. Все-таки чем-то он помог. Даже у них, блядь, у 34 даже по 2 фрага. Насосать успели, стоя, блядь, в кустах. Ну, собаки. Ну и все, тут начнем. Остается только сушка и ярта. Вот. Что тут может быть? Против двух арт и вафли. Причем вафля на той стороне вообще скилловая, нахуй. Полностью, бля, вообще. И скилловая, и фуловая, бля. Ничего там только нету у нее, бля, в башне. Там, наверное, по 10 перков, бля, воткнуто. Плюс, нахуй, хуй узнает, там сколько оборудования понапичкано. Ебать, колотить. И экипаж 150%, нахуй. Тын-тын-тын-тын-тын. Так, сушка. Сушка поехала на разведку. Так, опытный разведчик какой-то. Он погнал, бля. Видать, у него дух такой от этого, от ЛТ. Он такой, блядь, я когда-то на ЛТ, бля, ездил, нахуй, пацанчики, все нормально, бля, такой. Попрожённый, бля, ветеран войны, нахуй. Ветеран игры. Не войны, игры. Вот, он такой уже шарит, что тут почём, нахуй, хоккей с мячом, блядь, или как есть мячом. В общем, он знает, блядь, своё дело верное. Ту-ту-ту-ту-ту-ту, погнал. Он, походу, погнал за артой. О, вот она. На, нахуй, блядь, есть контакт. Так, еще одна мочила порвали. Ну, тут уже не без этого. Вафля уже врывается уже конкретно в бой. А, потому что засветила. Сушка-то ее подсветила. Так, тин-тин-тин-тин.
Хули ты там? Ну и, в общем, тут 5 фрагов у Сереги. 2-300 это дамажка без засвета, без, блядь, этого, урона без засвета. Вернее, по засвету, по засвету. По засвету, всему свету. Разъебем мы песню эту. А сейчас уже просто момент. Момент умора, блядь. Остается, значит, у них арта. Диви. И, блядь, скилловый нахуй на вафле. Скилловый чел. Очень напряженный, сука, момент. Очень, сука, напряженный, блядь. Просто пиздец, короче. Ищем, блядь. Ищем, где-то она должна быть. Где-то она все равно поедет рашить. Это по-любому, нахуй. По-любому можно даже примет домашки. И Серега заведомо уже подготовился в ПТ-режиме. То есть Серега уже просто, уже все. Настроен ебашиться в ПТ-режиме. Так, и мы видим уже, блядь. Все, Серега уже готов. Все на мази. И ждем, где она? Вот она, блядь! Вот она! Сука, мы нашли ее нахуй! Тин-т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 ин. Ну-ка. Потихонечку, Серега целится, блядь, на нее. Это все по кустикам. Кто кого? Она уже подъезжает, блядь. По запаху, блядь. Кто она, сука? Где он, блядь? Она, сука, нащупывает, а холодно. На, нахуй, блядь! Пизду, yes! Yes, of course! Заебенил скилла, нахуй, показал, как арта тащит. Вот такие вот арты. Блядь, сколько боли в этом бою, ебаный бот. Конечно же, поражение. Ну а что делать? А бой ничего, бой красава, все красавы, блядь. Кроме этих пидорасов на ТТ. Что? Как они играют, блядь, теперь на этой карте? Я не понимаю. Когда я уже прихожу на эту карту, я уже опасаюсь, блядь, что будет Стоялова. И, блядь, мои опасения всегда оправдываются. Почему-то вечно здесь Стоялова стало, блядь. Я хуй знаю. Здесь надо посередине уже строить дома какие-то, блядь. Просто строить город. На огненной дуге уже надо возводить какие-то эти новостройки, блядь. Потому что это уже заебало. Так же, как и Мураванка. Все, две карты, которые надо просто, блядь. Все, блядь, просто нахуй, кидать город нахуй, застраивать. Ну а так, всем пока. Ставим лайки, комментируем, показываем друзьям. Нужно какое-то продвижение каналу, будет больше тогда и видосов. Короче, разовьем каналчик, будет все ништяк. Будут хорошие бои, буду ваши бои комментировать. Ну, всем хорошего настроения, всем хороших боев. А, не, нихуя! Тихо, блядь, это ничья, это была ничья. Время вышло, просто тупо вышло время. Ничья, остались живы хобби-арты. Все, заебись. Всем пока, вот теперь точно.